Ho-ho-ho! Very good! Это Дед Мороз вам принес. I'm Santa! Help me, please! Santa, это что? Мне? Я не очень. Чипа тетя? Выходи. Where are you? Where I am? Don't kill me, don't kill me! Who are you? Where I am? Понимаю. What are you doing? Пей. Пей, сказал. О, черт. О, черт. Что здесь? Это русский самогон. Русский. I'm from, я в России. Так, уже понятнее. Продолжаем. О, черт! Ты кто такой? Откуда здесь взялся? Я мистер Клаус. Санта Клаус. Я не знаю, почему я в России. Вспоминай, что помнишь. Каждое 25 декабря мы с Сантами ходим в баня. Или, короче. Tradition. You understand? Tradition. Я не помню, что было. Я помню баня, помню Санта-Клаус. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Еще Санта-Клаус. Еще Санта-Клаус. And I don't remember, я не помнить, что был дальше. Ты у меня сегодня пытался срубить елку. Как ты ко мне в питомник попал? У меня есть олень Рудольф. Я сажусь, Саня, в сани и еду. Я должен был вести подарки детям Южной Америки. О, shit! Меня посадили не в те сани! Без елка Christmas нет. Я увидел елка, хорошая елка и много хорошей елка. Я спустился на оленя и пошел рубить елка. Меня любит.
дальше. Я не помнить. А ты сам-то откуда будешь? Я американский Санта-Клаус. Я from America. А, американец. Вот скажи, американец, в чем сила? Вот срубишь ты елку, через неделю выкинешь ее, жизнь отберешь у дерева. И что в этом сила? А я эти елки ращу, они для меня как дети. Елка тоже живая. И я думаю, что сила в добре. Елки свои рубить никому не позволю. Но мне нужна елка. Где мне взять елку? Дам я тебе один адресок. Берешь елку в контейнере, встретишь с ней свое Рождество, а весной посадишь у себя на участке. И праздник весело пройдет, и дерево живое останется. Спасибо, Саня. Зырь! Зырь! Ага. Слабак! По-моему, бригад создано, и в ближайшие несколько лет, в ближайшие 3 года планируется еще запустить работу примерно 1200. Приснится же такое. Бригад. Во-первых, оборудование надо запустить. Чего? Да ну нах. Ёлки-палки, ёлочка нужна, ёлочка, ёлочка, палочка, ёлки-палки, где здесь ёлки? О! Ёлочку себе выбираете? Возьмите вот это. Смотрите, какая красавица. Дорогие друзья, мы только что посмотрели наш шуточный фильм, который мы хотели поднять вам настроение. При съемках фильма ни одна ёлка, ни один сказочный персонаж не пострадал. Что мы хотели сказать этим фильмом? Десятки людей в нашей компании выращивают огромное количество этих елок. Давайте их беречь. И пусть эти елки растут на ваших приусадебных участках, в ваших загородных домах. Давайте сбережем их для будущих поколений. Я хочу поздравить всех коллег, всех наших сотрудников, всех тех, кто выращивает эти растения, тех, кто выращивает газоны и их стелит в огромном количестве, тех, кто проектирует городские пространства и частные объекты, всех сотрудников садовых центров, всю нашу огромную компанию. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Будьте здоровы, достатка вам дом, света, уюта, добра. Будьте счастливы в наступающем году.